Голубь – широко распространенная птица, родиной которой считаются Европа, Юго-Западная Азия и Северная Африка. Еще в глубокой древности эти птицы были приручены человеком, в результате были выведены так называемые «домашние голуби». В дикой природе голуби селятся на прибрежных скалах, в горных ущельях либо вдоль обрывистых берегов рек, часто поблизости от зарослей кустарника или сельскохозяйственных угодий. Их полудомашние потомки легко адаптировались к жизни возле человеческого жилья, поскольку каменные постройки напоминают природные места обитания, а пищевые отходы служат надежной кормовой базой в любое время года. В природе голуби обычно живут не более 3-5 лет, при разведении в домашних условиях часто доживают до 15-летнего возраста, а отдельные особи и до 35 лет. Оперение густое и плотное, но при этом перья слабо закреплены в коже. При полете голубь развивает скорость до 185 км в час.